Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня вечер, 12 мая 2024 год. Солнышко вон уже вниз садится. А температура позволяет, 20 градусов. В тени. Сегодня ветер целый день, конечно, дул, очень мешал пчелам работать. Врезаются у меня пчелы. В общем, что делаю, сейчас покажу. Короче, смотрите, есть семьи, которые уже вот так, видите, битком. И там все залито под завязку. Ну и крайние рамки у них. Покажу, вот я выдерживаю крайние. Крайние рамки. Могу показать. Все залито медом, хлам, короче. Хлам вон. Белая акация, как слеза младенца, как говорится. Ну все, тут крайняя рамка, а там все дуют. Все залито. Короче, лить им тут некуда уже. Акация же, в принципе, доцветает, там осталось, ну, немного совсем деревьев таких, которые позже зацвели. Вот. Там глядище начинается сейчас уже. Вот. И, короче, я поставлю вот этой семье этой, поставил, короче, вот так вот, видите, не обсушены с прошлого года. Такие вот рамки не обсушены, они сейчас все это обсушат, разберутся. Короче, три суши. А так вот три овощины. Вот кто не в курсе, вот так вот у меня наващивается овощина. 4 на 4 додановские. Ну, додановская овощина, точнее, режется на 4 части. И вот так наващивается северокрымскую рамку. Вот это все они оттягивают. Вот, и потом получается полностью целая, ну, отстроенная рамка. Все отстроят, все оттянут, дотянут, короче. Вот, даю три овощинки. Вот, видите, раз, два. И три. Обязательно к нижнему бруску, ниже опускаю. Вот здесь сверху хорошо достроят. Вот, а если снизу, то они часто под... Ну, если снизу оставить пустоту, они подрубают рамку. Будет подрубанная рамка. Вот такого плана будет, видите, рамка. Вот такая будет подрубанная. Вот, поэтому... Поэтому лучше, короче... Лучше не... Это вот только поставил. Вот, сейчас реально. Только что поставил. Видите, пчелы уже залезли, уже работают здесь. Вот. Видите, ну, рамка не осушенная, сразу пчелы начинают. Все, они вот тут разберутся, этот мед, там, который из прошлогодней тут севший, крайний мед, что мы откачивали там с опора, он пахучий. Сейчас пчелки его быстренько раз-раз-раз-раз разберутся, там все его унесут. О, и тут моль грызанула, видите. Вот так вот бывает. Даже светлую рамку. Где-то, видно, перга оставалась. Даже не осушенная, даже светлую рамку. Все равно умудряется моль грызануть. Ладно, ставим. Пусть там заливает, разберемся. Пока подмет все под заливку. Потом уже сейчас браковать не буду. Отстроят там, оттянут. Там как будет, так будет. Подмет пойдет она вообще. Это чисто подмет ставлю я в разрез. Вот. Вот такие вот работы, в общем, провожу. Все, теперь им будет куда лить. А серединку пусть тянут. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.